Заходите в облики. Вот как вербочки раскладывают. Завтра верба, сегодня это березовку Володя прислал, разливают сестры. Смотри, как они активно принимают. Оля, там есть еще бутылка. Посмотри. О, какие наши красавицы. Я не понимаю. Посмотри, еще есть бутылка здесь? Нет. Надо проверить, часы правильно идут. Нет, Сергей, там, посмотри. А, быстрее иди, а то уйдем. Вот как. Раз в году такие веточки. Это напоминает ветви Ваи. Да. Еще одна. Поднимай выше, выливай все. И банку туда, на улицу вынесите, чтобы завтра отправить ее. Мама же где-то сняла, наверное. О! Все, спаси Христос. Давай, сходи, порвей. Крышки. Сколько это опять делать? Ну, сестрички наши тут как бутылки с березовым соком раздают. Пять мало. Игнатий Тихонович, тогда я беру и делаю. Там Людмиле. Так, теперь эту найти Татьяну. Цингаеву. Цингаеву? Да. Давайте я Цингаева сейчас. Вы сами уже распорядитесь. Все здесь. Если не хватит, то у меня там ведерки маленько осталось. Чтоб себе вот. Это большие бутыли-то. Цингаевые это. Ведра два, наверное. А Нелли не увозили? Нелли Алексеевне. Нет, батюшка ездил туда. Я не знаю, взял, наверное. Спроси его. Лена, крышку. Лена, тебе не надо? Я ему говорил, чтобы взять. А где моя бутылка? Святой источник. Полуторка. Это из дома я принесла. Вот эти не брать, Лена. Сколько радости не тут. А связывать-то зачем? Брать помаленьку и давать так. Здорово. Не зачем. А работа. Крышка еще одна. Вот они как у нас тут. Нашлись? Да. Бедная верба. Ничем она не виновна. Режут. А на троицу березу пластают. А 1 сентября уток бьют. Ну по что, одной берите, смотрите, вон, уже сейчас будет у нас богослужение. Вот оно. Простите. Вот так. Я просто стопа сейчас слышу. Сегодня у нас 16 апреля 2022 года, суббота. Лазарева суббота. У меня через эту вербу сегодня проповедь была. Ой, так, сестры, осталось 2 минуты. Мне, наверное, придется остаться перед вам. Свещать-то батюшка сегодня.